Дитячі садочки Арцизи залишаються зі світлом. Під тиском батьків на сесії депутати і мер дійшли певної згоди і затвердили тимчасовий бюджет. Фінансовий документ дозволяє погасити борги за електроенергію перед постачальником послуг, але не вирішує багато інших проблем у сфері позашкільної освіти. Оскільки в бюджеті переважно минулорічні цифри, то, зокрема, про підвищення заробітної плати вихователям не йдеться. У них же были свои дополнительные требования, они хотят 30% еще надбавки за престижность. А этот момент уже нерешенный. И оздоровительные, они хотели техперсоналу, ну, хоть в каком-нибудь объеме, этот вопрос тоже остался нерешенным. По решению всех этих вопросов, ну, родители, когда пришли в городской совет, они думали, что они одним махом решат все вопросы. Однако сейчас они требовали принятия бюджета. Исполком одобрил этот проект бюджета. Открылась возможность финансирования по 1/12 в объеме прошлого года. Вот. Однако сам бюджет на сессию городского совета так и не вышел. Вот. И, собственно, что и требовалось доказать. Полученное финансирование, ничего не поменялось ни в цифрах, ничего для городского совета, ничего не поменялось. Не поменялось и для детских садов.